Что, мы пишем? Нет. Ребята, поверьте, у меня сейчас вообще нету свободного времени. Ну, хоть трахтеть, я их на канале, на ютюбе. То есть, Антон. Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, я очень рада... видеть всех на своем канале. Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. Не раз просили прокомментировать меня. Не надо так смотреть, Антон. Куда? Да смотри, я вообще смотрю на улицу. Но мои зрители... Опять начинается. Но мои зрители... Писька-то. Что, он тут уже нормально все прокатывает? Но мои зрители... Ты вот смотришь специально. Но убери, мои зрители... Убери. Ой, с другой стороны. Но мои зрители не раз просили меня прокомментировать то, что сейчас происходит. Я, так скажем, работаю. Сейчас комп свободный пока. А что такое? Да. Я тебе смс-кой его скину. А ты что, случилось? Заново все пишем. Почему? Ну, у тебя волос то так, то так. Ну, ничего страшного. Ну, это важно. Ну, это нормально, как для блогерства, это нормально. Я надеюсь, это видео вам очень понравилось, потому что я действительно стараюсь. Я надеюсь, это видео вам понравилось. И не раз то, что происходит на игре, которая сейчас уже Твое любимое слово попа? Да. По популярности сейчас. Я также понимаю, что подобное видео не снял только. Чуть заикаться сами. Ну а для озабоченных людей человек. Так вот почему нарезка такая у этих идет в блоге. Да. Каждый. Да. И мне кажется, Сделали популярными. Что значит именно сделали популярными? Что ты сказала? И сделали популярными. Ну я что-то трындел, поэтому давай это еще раз. А я не помню, какой конец там был. И сделали популярными. Но если не считать... Вот так бы читать было бы легко. Но если не считать того... Я отвержусь от себя. И сегодня у нас уже обещанное видео, о котором мы как бы говорили ранее, о котором вы читали... Этот выпуск я готовила почти 4 недели. Ну это правда, Антон. То еще писать будем 2, да? Ну это правда. Да. Ты можешь остановить пока. Ты пиши, я закрою еще. Хорошо. Этот выпуск я готовила почти 4 недели. Екатерина Табакова спрашивает. Понятное дело, что за этот период подобные видео набирали очень-очень много всего. И понятное дело, что за этот период очень много видеоблогеров засняли...
Понятное дело, что за этот период очень многие видеоблогеры отсняли. Если что, заходи. Понятное дело, что за... Я родилась в Москве. В итоге с ним пообща... теряется ценность. Ты посмотрел на ногти в этот момент, но не... И в этом возрасте теряется ценность именно такого страха, как страха возможности умереть. И отстаивать свою точку зрения. О, сколько монтажа у меня будет, жесть. Да не то слово. Четырёхсот. Выбросились около чего-то... Выбросились около 400 синих китов. Выбросились около 4... Я улыбаюсь, понимаешь? Выбросились около 400 синих китов. Нам уже было больше, чем 14 лет. Большинство из них, конечно же... Я улыбаюсь. Большинство из них, конечно же, да, не в своей воле. К сожалению, так и в группах смерти. Один подает сигнал, и все остальные начинают... Чего он там начинает-то? Ты вообще первый раз про эти группы слышишь. Поэтому не знаю, что они там начинают. Если один начинает... Вступайте лучше в группу Иванушка Интернешнл. Угу. У них там недобор как раз. Я действительно завела петуха, но петух — это рыба. И это ни в коем случае не животное, не курица, не домашнее животное, скот вот этот вот, который у всех там проживает, кто живет в деревне, нет. Господи, как тяжело мне сейчас дается вот этот вот ролик. Да он вообще ни о чем. Такое, о чем ты сейчас хотела сказать, Антон, ты не помнишь? Какой приз в этой игре, я не знаю. Приз самоубийства. Вот, и после этого... Я наткнулась на канал «Будни аквамюриста», на канал Артёма. Просто по счастливой случайности оказался там. По счастливой случайности просто. Мы оказались с ним, вот, он мне показал это. И я покупаю три гурами, а друг покупает брабусов. Друг покупает барбусов. И я надеюсь, что видео вам понравилось. Мы с вами встретимся очень-очень скоро, уже в другом видео совершенно. Всегда ваша Гарм Наташа. Всех люблю, обнимаю, целую, всем пока.